Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами новым буксом. Называется Faucet Bitcoin. Регистрация здесь, друзья, наипростейшая. Только нужно все поля заполнять от руки. Вручную. Прописываем логин, прописываем почту. Пароль, все от руки. Вот. Далее на почту придет письмо. Такое вот, подтвердить электронный адрес. Я нажала на ссылочку, попала на страничку. После чего придет вот приветственное письмо. Welcome. Добро пожаловать. Ну и вот после перебросить на домашнюю страничку. Ну давайте себе пройдемся по буксу. Здесь мы у нас сразу находится наша партнерская ссылочка. Вот это майн баланс, основной баланс на вывод. Это пуршаз баланс, рекламный трафик. И видим голдкоин и разные криптовалюты. У вас здесь появится окошечко. Переведете и почитаете, что здесь написано. Вот я перевела. Добро пожаловать. Faucet Bitcoin. У нас нет всплывающих окон. У нас также есть много валют, интегрированных в этот веб-сайт. Если вы хотите обменять свой основной баланс на другие валюты, пожалуйста, создайте заявку в службу поддержки. Вот это вот криптовалюта. Здесь вот Ethereum, Litecoin, Dogecoin. Вот эти валюты нужно писать в поддержку и просить, чтобы вас обменяли. А так основной баланс на биткоин. Далее, что мы должны сделать? Идем в сеттинг и настраиваем прежде всего настройки, конечно же. Сейчас страничка загрузится. Можно загрузить аватарку, я это сделаю потом. Payment. Здесь у нас криптовалюты разные. Есть выводы на Faucet Pay и вот такие вот. Здесь это все мы прописываем. Я буду на Faucet Pay, прописываю адрес кошелька, привязанный к Faucet Pay Bitcoin. Далее нажимаю Save. И мне сейчас должно прийти письмо на почту. Чтобы подтвердить, давайте перейдем. Оповещение. Так, письма пока нет. Секундочку. Подождем письмо. На почту пришел код. Копируем его. Идем. Прежде чем, смотрите, друзья. Вот здесь нажимаем. И у нас стоит масштаб. 100%. Я поставила, у меня было 100%, но на 90%. Здесь как-то вот все связано с масштабом. Все, наверное, сильно крупно. Так, я привязала вот письмо. Вставляю пин-код. Нам все действия будут связаны с пин-кодом. Будут отправляться на почту, чтобы не было пробелов. Confirm. Нажимаю. Страничка обновляется. Так. Опять что-то у меня не того. Так, входная строка была не в правильном формате. Опять что-то я... Так. Вот я скопировала не так. Копирую аккуратненько. Возвращаюсь. Это стираю. Подтверждаю. Все. Я сохранила Faucet Pay. Далее. Давайте продолжим. Посмотрим. Это у нас Payment. Кошелек сохранили. Смотрите, в случае чего масштаб, чтобы был поменьше. Здесь у нас
Здесь, к сожалению, только английский язык. Это нам не надо. Аутентификатор. Здесь мы привязываем социальные сети. Давайте привяжем Twitter. Для выполнения задач они нам понадобятся. Так, авторизовать. Все, я авторизовала Twitter. О, да, Twitter. Сейчас меня перенаправят обратно в кабинет. Так, ну, с настройками мы разобрались. Теперь нас интересует вывод. Нажимаем WinGraph. Какая у нас минимальная сумма на вывод? И платежную систему я вам уже показала. Значит, здесь у нас вот вывод. Main Balance, как мы видим. На эти платежные системы. Я уже сказала, нужно будет писать в поддержку. Далее Faucet Pay. И есть вот такие вот, как бы, платежные системы. Смотрите, минимум 1 сатоша. Видим, да? Вот. Максимум 10 тысяч у нас выходит. Ну, почти минималки нет у нас. Так, ясно, с этим разобрались. И теперь давайте начнем, что у нас здесь по заработку. Нажимаем R, ПТС, просмотр рекламы. Страничка загрузится. И что нам тут дают? 12 сатошиков, 12 по 5 сатошиков, 3 сатошики, ну по 5 секунд. Давайте коротенькую рекламку посмотрим. Уже видео так, наверное, будет затянуто. Нас перекинуло на страничку, на зеленую вкладочку нажимаем. Возвращаемся, ждем несколько секунд. Разгадываем капчу. Это у нас лампа. Нажимаем send. Все, закрываем. 3 биткоин сатошика нам засчитали. Так, не закрыла. Все. Давайте страничку обновить надо, чтобы у меня на балансе было. Страничка перезагрузится. И вот у меня на балансе 3 биткоин сатошика стало. Далее. ПТС-ки. Трафик. Обмен трафика. Так, видео. Не знаю, будет видео показывать. Это вот неизвестно. У меня видео, наверное, будет недоступно. Так. Нет, у меня видео недоступно. У кого видео доступно, можете просматривать. 10 видео, за одно видео 1 биткоин сатошек идет. 10 сатох. Twitter. Одно задание. Twitter есть. И нам нужно подписаться. Давайте подпишемся. И нам за это дадут. Смотрите, 90 биткоин сатошиков. Совсем неплохо. Нажимаем читать. Читаем, мы видим, да? Закрываем. Можно лайк поставить на всякий случай. Нажимаем на плюсик. И 90 биткоин сатошиков не прибыло на баланс. Так, видео мне недоступны. Ну, тут и все. Далее что у нас идет?
Так, адвертис, это, конечно, рекламить. Так, рефералы. Директ реферал, арендованные рефералы, и здесь промо-материалы. Также находится реферальная ссылочка, и здесь вот такие вот, копировать баннеры, что вот баннеры. Вот такие вот баннеры у нас. Ну, неплохо. Так, возвращаюсь я в ПТС. Я сейчас поставлю, друзья, на паузу и просмотрю всю рекламку. И сразу же хочу поставить монеты на вывод. Так как минималка здесь 1 биткоин сатошек, можно сразу проверить на вывод. Я просмотрела всю рекламку, возвращаюсь. Сейчас раньше загрузится. У меня 137 биткоин сатошиков видим, да. Давайте пойдем и поставим, попробуем на вывод. Так. Falset Pay. Сумму прописываю биткоин сатошики. Это скопировать как бы аккуратненько. Ноль. Точка. Так, так, кошелек, Виндра. Подтверждаю. Опять что-то. Надо делать масштаб еще поменьше. Виндрав. Так. Переводим. Вам нужно подождать 30 секунд, прежде чем новый вывод. Хорошо, подождем 30 секунд и запросим новый. Значит, ситуация такая. Превышен у меня лимит попыток, друзья. Мой пригласитель перевести на русский. Вы превысили максимально допустимые попытки проверки. Вот. Он выводил, человек, который меня пригласил, по чьей ссылке я зарегистрировалась. Вывод пришел инстантом на Falset Pay. Ну, завтра я запишу, тогда сегодня уже не буду пытаться. Запишу коротенькое видео и поставлю свои сатохи на вывод. Вот такой вот букс. Кому интересно, присоединяемся. Ну, неинтересно, друзья, проходим мимо. Далее опустимся. Здесь есть чат. Как бы, да? Присутствует вот админ, как мы видим. Также здесь еще есть апгрейд. Обновить. Видео и так я затянула. Ну, хотела все сделать в режиме онлайн. Значит, что у нас здесь? Только VIP и свободно. Ну, вот мы на статус free. Без вложений. Значит, VIP у нас идет один день 250 сатох. Так, 30 дней 7000. Значит, это немного. Но я пока вкладывать ничего, ну, покупать не буду. Я пока поработаю без вложений. Как он себя покажет, как он себя проявит. Ну, а потом уже посмотрим. Вот. Ну, здесь тоже это все можно прочесть, изучить и посмотреть. Всем удачи, больших заработков. Завтра я еще запишу видео по выводу. До новых встреч!